Губернатор Вадим Подомский провел прием граждан по личным вопросам. Встреча с орловчанами проходила в приемной президента Российской Федерации в Орловской области. К Вадиму Подомскому пришли дольщики АИЖК. Люди ждут сдачи новостройки 83А на улице Панчука. Губернатор сказал, что сейчас ведутся переговоры с «Орелстроем». Речь идет о возможности завершения этой кампании строительства дома. Решение всех вопросов, с которыми пришли на прием орловчане, будет контролироваться членами правительства и лично губернатором.